Так, ну вот, день два пути, да? Мы в Ерофей Палыче. Как-то звучит это странно. Мы в Ерофей Палыче. Так, ну-ка, помаши ручкой. Тело беспонтовое. Ты же гастарбайтер, соседняя тоже. Мои видео так посмотрел. Второй день пути. О, все. Мы с неработчиком. Проводник крикнул. Давай. Надо. Че, я тут, наверное, останусь. Да, ты догоняй или как? Давай. Все, пинкорд. А вот наш красавец проводница. И я такой раз в кадр вхожу. Ну, да, борозатая такая. Все, пора снова по шканярам. Экскурсия по паровозу. Чик. Сейчас съемка, блоги. Но. Познакомились с ребятками вот в поезде. Рома, Юля, Татьяна. Вот это тело. Как будто едем. А на внутримышечный, да, получается? Отлично вообще. 3-5 раз. За сегодня, кстати, первая такая остановка длинная, да? Да нет. Ну, сейчас, да, подъезд будут еще. Ну да, еще будет. Через часа два. Ладно, увидимся в эфире. День номер два. Непутевые заметки. Красиво.